Всем привет, друзья! Появилась совершенно новая игра, вышла 24 июня 2021 года. Open Country называется. Стоимость 1069 рублей. Давайте посмотрим ролик, о чем он нам расскажет. Nothing beats the open country. The poetry of the wind crafting a rhyme on every tree and mountain. The applause of the leaves celebrating harmony. I don't know what happens tomorrow, but I do know I have my two hands and the open wilderness. Добро пожаловать домой, говорит Open Country. Ребят, кто играл в эту игру уже или собирается играть, пишите в комментариях. Я подумаю, взять ее или не взять. Ну, на первый взгляд, если посмотреть, здесь видно, как выживалка, типа. Выживалка в лесу. Костерчики, снегоходы всякие. Наверное, будет не одна карта. В общем, я думаю, будет интересная игрушка. И стоит она недорого, 1000 рублей для PlayStation, это нормально. Пишите в комментариях свое мнение.